девчат, привет! Хотела сейчас вам рассказать о таком хорошем баде для волос, ногтей и для кожи, который я покупала на сайте iHerb где-то месяца три назад. И вот хотела поделиться с вами о своем впечатлении. Вот, вот такие вот витаминки. Это компания Country Life. И называются они Maxi Hair. Вообще изначально как бы я их покупала для волос, так как у меня была такая проблема, что волосы сыпались, там, блин, был просто листопад волос. Вот, волосопад, то есть. Я их заказала, прочитала отзывы, что да, они вообще суперские, классные. Ну, не знаю, кому-то нравится, кому-то нет, но в большинстве случаев были очень хорошие отзывы по этим витаминам. Значит, в этой баночке 90 таблеточек, они такой как бы, ну, крупноватой формы, я чуть попозже покажу их. Нужно пить один раз в день. Я пью по утрам. Кстати, вот иногда там забывала про них. Ну, где-то месяца 3-3 с половиной, может быть, как бы ушло вот на их, на этот курс. Что хочу сказать, волосы действительно стали намного меньше выпадать, стали, я не знаю, ну, блеск в волосах у меня, в принципе, всегда был, но стали более ну, живые, что ли, как-то вот густота появилась, скорее всего, появились, ну, начали проклевываться новые волосинки. Затем, что еще, я просто офигела от роста моих ногтей. С такой скоростью ногти у меня, наверное, никогда не росли. Они настолько стали жесткими, упругими. Они не слоятся, они не ломаются. Тут вообще это просто супер. Наполеон. Мне Наполеон опять мешает снимать видео. Так, и что касаемо кожи. С кожей, как я сказала, у меня тоже проблем особо сильных я как бы не наблюдаю, не вижу. Ну, морщины, конечно, витамины они не разгладят. И поэтому я могу посоветовать вот эти витаминки только тем, у кого проблемы вот с волосами, с ногтями. Вообще супер. Внизу в описании к этому видео я оставлю ссылку вот на них. И, пожалуйста, можете приходить по ссылке и заказать их для себя. Все. По-моему, все рассказала. А, сейчас еще покажу, как они выглядят. Так, ну вот такие вот витаминочки вот такого размера. Не маленькие. Тем, кто, конечно, не умеет пить такие большие крупные таблетки, конечно, будет проблемно. Но я вот особых проблем не испытывала. Просто берете, запиваете водой и все. Вот такие вот таблеточки. У меня их тут осталось 5 штучек. И все, и курс у меня закончен. Потом, наверное, сделаю небольшой перерыв, ну, где-то, может, с полгодика. И осенью опять начну, закажу их и сделаю еще один курс. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.